художественный нал. Арт-проект Money Fest Центра современного искусства Аурум объединяет деньги и картины в единое целое. На выставке в галерее Финбанка деньги считала Юлия Федорова. Это уже второй по счету мани-проект Центра современного искусства «Аурум». Посетителю этой выставки предстоит посоревноваться в сообразительности с художниками, создавшими картины-головоломки. Числовые знаки описывают особый сказочный мир, где банкноты и монеты приобретают мифологическое значение. Финансовое учреждение и финансовый проект, произведения искусства, они как бы отражают, события отражают нашего современного мира. Поэтому мы представили его именно здесь. Мало кто ходит в музеи сейчас, мало кто ходит на выставки. Поэтому мы выносим искусство из рамок галерей в общество, делаем вот такие вот выездные выставки. Здесь есть и деревянные деньги, здесь есть и деньги Леонардо, здесь есть и деньги Тициана, здесь есть деньги Гоголя. Очень много призывов художников инвестировать деньги в искусство, потому что само искусство, сами картины являются такими духовными, прежде всего, инвестициями, потому что любой человек должен понимать, что искусство улучшает его пространство. Искусство и деньги. Одни считают, что эти слова неприлично ставить рядом. Другие, что они неплохо уживаются. А третьи и вовсе уверены, что это просто одно и то же. Искусство без денег не может существовать. Искусство без денег не будет великим. Оно просто перестанет развиваться. В определенном смысле искусство – это и есть деньги. В том плане, что деньги являются по определению политэкономии – это совершенный продукт, совершенный товар. Искусство ему в этом совершенстве не уступает, а может быть даже в чем-то и превосходит. Общий принцип, лежащий в основе и искусства, и денег – представление неких ценностей в виде условных знаков, а затем система циркуляции этих знаков, где художественное превращается в наличные и наоборот. Современное искусство знает о своем родстве с деньгами и относится к ним с восторгом, смешанным с завистью, как к удачливому родственнику. Тебе пойдут и другие потоки денег, притянутся, если ты будешь любить эти сами знаки, а тем более, если эти знаки обозначены в произведениях искусства. Эта выставка – продолжение широкомасштабной программы. Тема денег в арт-проекте «Манифест» продолжит свое путешествие и развитие. А пока все желающие могут посетить выставку в галерее Финбанка до конца месяца.